Всем привет! Сегодня нарисуем красивый пейзаж гуашью. При подготовке видео использовалась продукция производства компании Эрих Краузе. В набор Эрих Краузе входит 12 баночек с краской. Краски легко наносятся на бумагу и картон. Они легко размываются водой и быстро сохнут. Итак, начнем с эскиза карандашом. Любой пейзаж стоит начинать с обозначения линии горизонта. Таким образом вы сделаете разметку рисунка. Теперь размещаем основные объекты. Рисуем дорожку. Для этого двумя извилистыми линиями очертите форму дороги. Теперь слева рисуем дерево. Не рисуем ветки детально карандашом. Потом их нарисуем красками. С другой стороны рисуем снова дерево, но на заднем плане. Простым карандашом нужно придать четкие контуры каждого объекта, начиная делать более общие линии и постепенно дорисовывая детально штрихи. На следующем этапе будем рисовать наш пейзаж красками. Смешайте желтую, немного зеленой и белую краску. Этим цветом закрасим верхнюю половину листа. Возьмем красный, белила и предыдущий цвет. Закрасим дорогу. Теперь разными оттенками зеленого закрасим поверхность земли. Смешиваем зеленый и немного желтого цвета. Теперь, начиная от темно-зеленого к салатовому, закрасим листья на деревьях. Листву нарисуем сначала общей массой, потом будем выделять детали. Теперь коричневым закрасим ствол и виднеющиеся ветви. Кору дерева не будем прорисовывать реалистично. Достаточно в общем разделить дерево на отдельные ветви. Thank you.
Нарисуем тень под деревьями. Используем синюю и зеленую краску. И немного добавим белил. Бирюзовым цветом прорисуем траву. Добавьте белила и продолжайте прорисовывать траву. Смешаем красный с белым и мелкими точечками. Нарисуем по сторонам дороги цветы. На сегодня все, ребята. Поставьте лайк, если понравилось видео. Также пишите комментарии внизу. Всем пока!